Саженцы гортензии древовидной стерилис, стерилис, следует высаживать на солнце или в полутени. Исключается высадка под деревьями, обильно впитывающими влагу. Сорт неприхотлив, морозостоек, отличается обильным длительным цветением. Щитковидные белоснежные соцветия имеют полушаровидную форму. Своей тяжестью они слегка сгибают ветви, образуя густую, округлую шапку. Обильная, светло-зеленая масса достигает 15 см в длину. Куст вырастает до 1,5 метра. Часто используется для декорирования газонов и миксбордеров. Прекрасно смотрится в качестве живой изгороди. Гортензия древовидная стерилис – это многолетнее растение высотой 100 см. Кустарник лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок и может достигать до 180 см в диаметре. Гортензия прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. По типу ствола гортензия древовидная стерилис можно отнести к группе кустарники. Тип роста этого симпатичного растения – сильнорослый. Расцветает гортензия древовидная стерилис в месяц август, сентябрь. Цветок окрашен в белый цвет. Весенний окрас листочков зеленый, летом цвет листьев зеленый, осенью цвет листьев зеленый. Обратите внимание, что гортензия древовидная стерилис – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.